Утро в Эльзасском городке. Хозяйственные хлопоты. Ну, здесь вчера были гуляния вечерние. Сейчас тишина, покой, день. Туристы все разбредаются, кто куда. И местные хлопоты. Подготовка к туристическому дню. Утренний Эльзас. Запах кофе и круассанов. Мы дивно совершенно позавтракали. Сыром, который нас даже не давит. До нас он вообще не доходит. Яйцо было такое ощущение, что оно внутри курицы уже было посолено и отварено. Вкус восхитительнейший. Идем сейчас доплатить свою машину и гулять. Ну, доплатим сейчас стоянку. И дальше гулять. Завоевание города начинается с туристического офиса. Офис Туристик, это вот там. Сейчас мы возьмем карту и узнаем, куда можно поехать. А, здесь же чего-то еще, да, тут паровозики ходят. И, кстати, на русском языке рассказывают о городе. Надо прокатиться. Ну, расписание паровозиков. Через полчаса будет паровозик. Подумаем. А пока в офис Туристик. Туристический офис. Взять. Карту. Пришел наш паровозик, сейчас высадит гостей и посадит нас, повезет нас кататься по городу. Погуляем, посмотрим город. Здесь рассказ на русском, клавиша 13, не знаю, специальная или нет, но 13-я техника. Ну, не фурциклирует. Не работает сейчас. Пробили часы, и мы начинаем наше движение. Паровоз, он же по часам едет. Виноградик, судя по всему. И пиво здесь варят. Огромный завод пивоваренный. Неплохие места. Памятником эльзасцам, погибшим во время Второй мировой войны. Виноградники. И вид. Вид на окрестности очень красивые. Остатки замков на горах. Вот видите, вот там остатки замка. Это Эльзас. Где-то там на склонах находится Кёнигсбург. Мы сегодня туда поедем. Посмотрим этот замок. Средневековый, восстановлен в начале 20 века. И расскажем, конечно же, об этом мы тоже расскажем. А тут вид сверху на наш город. С этой башни мы начали наше движение. Богатство края — виноградники. Древние виноградники с огромной интереснейшей историей. Ну понятно, это свежие виноградники, лоза древняя.
И пока вот он, голубчик, он притаился. Ну, почти как у нас на даче, только с плодами. А наш зверюга вырос здоровенный, а толку от него никакого. А здесь толк есть. Благополучие края. Продолжаем наше путешествие, неторопливое. Вот хорошо видно, как шла крепостная стена, видите? Вместо нее дома построили, это вчера уже рассказывал. Вот она так шла, и потом, когда перестала уже иметь значение оборонительное, были построены жилые постройки. Да, Оберне – это Оберне. В городе Оберне находимся. Я, по-моему, забыл про это сказать. Эльзас, Эльзас. А конкретно-то мы в Оберне. Так, где-то тут домики. А мы традиционно всегда покупаем домик себе на память. Сейчас мы его себе купим и пойдем гулять дальше. Нас ждут замки Эльзаса. Ну, какая прелесть, а? Оберне. Такая штука интересная, освежающая. Здесь освежающая вода из-под земли идет. Особо приятно в жару. Оседлали мы нашего боевого коня, умного и быстрого. И поедем в город Кёнигсберг. Легко запомнить. Это крепость на горе. Я про это уже успел сказать, а сейчас мы в нее направляемся. В эту самую крепость на горе. Сейчас только из городка выберемся, а тут все непросто. Как выберемся и начнем рассказывать.